Вы смотрите это Гел тв в студии Мария Железцова. Всегда интересно говорить об искусстве, особенно с людьми, которые этим искусством занимаются, творят. И сегодня в нашей студии гость Александр Иванов, скульптор и свободный художник, как говорится, о вас в интернете. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас вот и скульптуры появились в нашей студии, да? расскажите о них поподробнее, конкретно об этих. Ну, начнем с того, что вот эта э, скульптура, это макет то есть скульптура, которая стоит у Худграфа, mm -hmm. выполняла его ученица, mm -hmm. студентка, теперь выпускница, Панамарева Лейла. То есть сначала делается маленькая модель, потом выполняется она двухметровая. Вот она стоит у графа mm -hmm. а котик? Ну вот это да, это код Это планируется небольшая композиция из металла в городской среде. Mm -hmm. То есть завтра я его хочу поставить, приварить на забор, он будет где-то недалеко На секретном, в центре города. Да? Да, да, заборе, да. то есть есть такая интрига, можно есть поискать. Есть такая интрига, да. Человек, который первый ее обнаружит, пусть позвонит к вам, угу. ну и вы какой-нибудь ему приз придумаете. За обнаружение этого. Да, да, да. У меня такой вопрос, а почему он без глаз? Ну, скульптура подразумевает, я же не Господь Бог, чтобы делать кота, я делаю образ кота. Ну вот почему образ такой именно? Ну, так дальше, дальше зритель может домыслить, какие у него глаза: зеленые, желтые. Это же скульптура. Угу. Там просто есть какие-то рельефные, впадины. То есть, ну это скульптура, это же условная. Угу. Ну согласна, да. А это цветок какой-то специальный, необычный? Да, это стреляция, такой цветок. Ну просто это как вот способ создания, скажем, угу. не только парковой скульптуры, но и каких-то вот изящных таких декоративных, штук. да, да просто декоративный объект. Вообще у вас много работ. Вы давно а, занимаетесь искусством. И они есть не только в нашем городе, но и в других городах. Вы недавно вернулись из Сургута, насколько я знаю, да? Расскажите про вот, выставку в Сургуте. Ну, все чаще взоры тагильских художников обращаются в сторону Сургута. Меня познакомили с галеристами. Это галерея Стерх. И они весной пригласили меня в начале лета на паблик арт, то есть это изготовление в городской среде скульптуры. То есть мы с Андреем Барахвостом ездили, он делал стерха, вот, а я делал пятиметровую лодку угу. а, с грибцами. Вот. У них была своя акция, там какой-то городской праздник был, вот, и мы разговорились. <coughs> я им сказал, что у меня будет выставка персональная моя, не хотят ли они мою выставку принять. Они говорят с удовольствием. Угу. Вот, и заключили договор. То есть вот в конце сентября они с удовольствием меня примут. Вот мы договорились. Э, я отправил работы. И в контексте выставки они попросили меня сделать, провести мастер-класс по созданию э, тактильного коридора. Mm -hmm, да, необычная да, такая темная них, комната. Да-да-да, темная комната. Э, у них большая диаспора, то есть лишенных зрения людей. Вот и они хотели бы вот как-то задействовать их в своей галерее. То есть идея в чем? То есть создаются некие рельефы, закрываются темные шторы, угу. часть галереи, темный коридор. И люди, лишенные зрения, могут щипывать руками, да, да, да. смотреть и находить. Тактильное, да, искусство да, 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 такое. находить в этих объектах. И они узнают. То есть они находят рыбу, угу. оленя, то есть те рельефы, которые я создавал. Угу. Ну, скажу честно, я их делал довольно формально. То есть они стилизованы, но угу. при этом они так или иначе все равно узнавали. Это. Угу. Даже человек, не лишенный зрения, то есть зрячий человек, Все равно, да, конечно, да, заходит вот это туда, и он, он пугается от того, что, ну как так? Интересно, что же это такое? И потом они ходили по выставке, очень понравился им объект, называется «Русский Apple. То есть это большое яблоко на тарелке. Mm -hmm. ну, у меня стояла на выставке она, если захотите, можно посмотреть в интернете. Mm -hmm. Вот им очень понравилось. То есть они могли потрогать работу, ощупать, они узнавали Медведя, лося, индейца, вот это яблоко. Интересно. Да, ну, Но... у меня аж слезы наворачивались на глаза, потому что они подходили. Есть, Благодарили, да, 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 да спасибо. Да, есть... Ну это да, здорово. Не хотите у нас в Тагиле такую же сделать темную комнату? Зависит не от моего желания. Зависит от галеристов. Ведь э, сейчас э, встает вопрос именно так, что художник играет не первую скрипку. Первую скрипку играет галерист. Организатор. Да, да, да. То есть в контексте какого проекта. Угу. То есть я могу сделать и темный коридор, и два темных коридора, и объемные какие-то вещи. Насколько я востребован галерее, угу. Только насколько проект, созданный галеристами или директором музея, будет востребован в Тагиле. Угу. Только тогда уже заходит разговор о художнике, о скульпторе, о человеке, который этот проект в состоянии выполнить. То есть получается, что для художника нужно всегда быть в тренде, что называется, да, быть востребованным именно. Что значит быть модным художником? Модным художником быть невозможно практически. Потому что всегда устаревает что-то. Да, всегда появляются вот новые ученики, которые выполняют лучше тебя, быстрее тебя. То есть находятся люди, которые какие-то новые технологии придумывают. Вот. Надо быть востребованным, то есть э, стараться э, содействовать. То есть стараться работать в искусстве. То есть это же сейчас художник становится не просто мастером, то есть одиночкой, свободным художником. Он ну, скорее деятель культуры. Угу. Ну, вы-то как раз являетесь свободным художником. Насколько я знаю, в интернете, вот по крайней мере на официальном сайте, сайте Союза художников написано, что с 2015 года вы свободный художник. Что это значит? Вы как фрилансер? Ну, я не знаю, что такое свободный художник. Поиске? В Русской академии в Петербурге было, было такое понятие ⁇ Свободный художник ⁇ Это человек, который, получая диплом, то есть он не имел государственной стипендии, а мог создавать свои то, образы. Что он хотел. То есть да, договаривался где-то с кем-то и создавал, то есть государство его никаким образом не финансировало. Mm -hmm. Вот есть... это являлся свободный художник. Только в этом особенность получается? Ну, ну в общем-то да. да. То есть я, я сам себе устраиваю договоры uh -huh. заказы я просыпаюсь очень рано вот uh -huh. я, это мое отличие от несвободного художника у меня скажем так ненормированное расписание то есть uh -huh. я прихожу и сколько могу столько выполняю свою работу uh -huh. вообще сложно быть востребованным вот вы с опытом как можете сказать для того чтобы а, ну, стать известным да где-то в каких-то галереях выставки свои организовывать нужно очень много работать и искать людей нужных так быть востребованным – это вообще огромное счастье. То ну, есть, это да, естественно. Да, это попадать именно, ну, ты нужен, то есть на твои выставки ходят. Я не знаю, ну, последнее время как-то не очень в Тагиле э, востребован. Ну, приходится вот где-то работать, там, в Перми или uh -huh. в Екатеринбурге, или вот в Сургуте. Ну, у вас в Нижнем Тагиле очень много скульптур э, парковой. Расскажите uh -huh. про них. То есть, где... Ну, скажем так, моя скульптура в городе – это… Это больше подарки городу. То есть угу. это, это некое рискованное мероприятие, которое я затеял после посещения каких-то европейских фестивалей. То есть мне захотелось, чтобы в Тагиле тоже был воздух свободы, тоже появлялись интересные какие-то парковые работы. Угу. Например, у музея угу. есть ангел с собакой. Ваша работа? Да, моя работа, у перинатального центра есть. Древо желаний, потом угу. около магазина полиграфист, собака, ждущая Тоже хозяина. Собака. Угу. То есть это, это попытка наполнить город какими-то интересными объектами, которые заставляют человека думать, становиться добрее. Вот у ангела почему он именно такой? Если честно, я не сразу распознала, что это ангел, а тот, который в музее находится. Почему он именно такой? Ну а что смущает, копье, крылья или портфель? Да мне кажется, все. Вот это как образ такой, он необычен для. Ну это зрителей. провокация, это, это ну, вот попытка сделать какое-то европейское э, строение такой, какой-то объект. То есть это это Булгаковская это притча. Вот она появилась посреди города. Я поставил ее, кстати, в 7 часов утра. Mm -hmm. Был туман и в 8 часов он уже стоял. Mm -hmm. То есть это была это, это сама по себе акция была очень интересна. Uh -huh. То есть мне хотелось поставить какого-то хранителя, хранителя музея, какого-то uh, ангела скепсиса, который смотрит, uh, ну пусть немножко надменно, но в то же время и с добротой. И копье, uh -huh. которое охраняет именно добро. Uh -huh. Собака. Добро должно быть с кулаками, да. что называется. Собака, uh -huh. вечный спутник человека. Uh -huh. Добрая собака. Вот сейчас люди стоят, там, фотографируются около нее. А с аистом? Какая история связана? Почему появилась идея вот, создать аистово-перинатального центра? Это дерево. Ну, это появилось тоже стихийно. Когда заканчивали строительство перинатального центра, появилось желание, ну, что-то в виде ленточки, понимаете, которую uh -huh. надо разрезать, чтобы она стояла, и вот, как бы, вот конечную точку поставить. Вот некая скульптура, которая желает добра, англичанам, родившимся угу. здесь. Но ну, получилось так, что сначала сделали работу, потом попытались заключить договор. Угу. Ну, как всегда. И все пошло не так. Да, все пошло да. не так, и погрязли в чиновничьих вот этих вот... Угу. В общем, получился очередной подарок городу. По итогу подарок. Да, по итогу подарок. Понятно. Такой вопрос. Вот парковая скульптура, мне кажется, что сейчас а на волне, что называется, да, и у многих городов появляются скульптуры, они призваны индивидуализировать облик города. А по сути получается, что в каждом городе они есть, и их много разных, и как-то они схожи друг с другом. Вот как вы относитесь, какой должна быть парковая скульптура? Очень плохо, что она похожа одна на другую. Вот. И так получается, когда делают люди пришлые. Что значит пришлое? Ну, это значит, что, допустим, вот, вот, тагильскую скульптуру должны делать тагильчане. Mm. То есть люди, которые знают традиции города, mm -hmm. которые, вот, знаете, э, э, с детских лет знают былины. то есть знают. То э, есть должны быть связаны. Да, 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 да. То есть знают, откуда, что за гора высокая, что за медная, медная гора, да, что за хозяйка Медной горы, что за малахитовая шкатулка. То есть они должны быть, эти работы, привязаны. Тому городу, в котором они стоят. Вот, допустим, в Тобольске, то есть автор Левши, есть, стоит его памятник, стоит скульптура Левши. То есть это же понятно, да, что это Тагильчане, в Тагиле Черепановы, понятно, что это Тагильские. Угу. Ну а все остальные работы, которые сделаны в последнее время, то есть, они не являются Тагильскими. Не привязаны. Да, ничего, они могут да? стоять в Оренбурге, в Ижевске, где угодно. Угу. То есть тут получается недостаток весь в том, что они ни с чем не связаны с историей. Да, угу. история города. А то, что вы делаете, все работы из металла. Вообще все работы делаете из металла? Да нет, у меня много вещей сделанных из камня. Просто э, это очень дорогое удовольствие. Угу. То есть вот ангел, которого я привез из Екатеринбурга, стоит у музея Изо. Угу. Я его делал в 2007 году. Это был благотворительный фестиваль, который устраивали э, у храма на крови. Фестиваль предназначался для того, чтобы собрать некие средства для детей больных цербериальным параличом. Угу. Это в городе, здесь вот в Туре. Угу. Сделали Ангела? Да, ну нет, там было шесть, шесть скульпторов, которые сделали шесть работ. Угу. И вот. И дело в том, что ни одну работу так и не купили. А ничего себе. Да, но дело передумали в том, что передумали в последний момент. Да нет, никто не передумал, просто ну, богатым людям было некогда. Угу. То есть но дело в том, что резонанс-то получился и люди, ну скажем так, бедные нормальные люди приходили к храму, узнавали адрес, смотрели на этих ангелов и перечисляли какие-то небольшие суммы и, и памперсы покупали и привозили туда игрушки. То есть цели-то мы добились, мы не смогли получить деньги для ну, вот этого вот для центра, mm -hmm. для детского центра, но Какая-то помощь была сделана. И вот эти ангелы стояли там в течение 5-6 лет. Вот. И просто я попросил у строителей, нельзя ли забрать на мою персональную выставку. И вот теперь этот ангел стоит в тагиле. То есть он стоит в тагиле, и я с удовольствием его продам, и деньги мы перечислим. То есть это можно доделать, это, угу. эту несправедливость. Вообще трудно металлолом искать сейчас? нет в идее, в, иде, в идеальных условиях это проще пойти купить листовой металл раскрыть его и сделать работу но, но это дорого mm. и ведь это вот эта мода что ли вот с этим с металлической скульптурой она пошла из того что люди попытались э, дать металлу вторую жизнь то есть один из первых фестивалей проводимых в перми так и назывался вторая жизнь металла Uh -huh. То есть собравшиеся российские художники приезжали на свалку, uh -huh. то есть находили какие-то элементы и попытались их подстраивать э, под некую скульптуру uh -huh. ну, задуманную. То есть сначала наоборот от металла да -да 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 -да. к скульптуре. То есть какие-то сферы, какие-то там торсионы автомобильные, делали роботов, делали каких-то ежиков, там еще что-то. И постепенно из этого появилось э, вот это искусство, когда ты уже делаешь реалистические работы. Угу. Да, вот как цветок, Да, например. да, да, как цветок, как кот. То есть они угу. не лишены анатомии, понимаете? То есть я там делал Стефана Великопермского, то есть священника в Перми. Он стоит на лодке, угу. птичка. Вот. И Стефан, который благословляет вот эти вот языческие народы, первые народы, которые жили э, на территории Пермского края. Угу. То есть я старался делать уже реалистические работы. И постепенно это вылилось вот в некую такую скульптуру. Скажем так, это дешевле, чем делать из бронзы угу. и дешевле, чем делать из камня. Вот у меня из камня стоят в Казахстане работа, потом в Екатеринбурге Азиопа. То есть из ну, камня... Получается из металлолома, его, это все равно же сложнее, да, его нужно переплавлять как-то. Нет, нам-то не надо переплавлять. То есть мы стараемся, вот на примере этой работы. То есть мы находим какие-то трубки, угу. швеллера, допустим, да. И начинаем из них э, синтезировать, то есть собирать некий образ. Угу. То есть сначала, понятно, мы делаем это из картона, из пластилина. Так? Потом уже начинаем это делать уже в размере, натуральную величину. То есть вот она где-то около двух метров высотой. Угу. Какая самая большая у вас скульптура? Вот, натуральную величину. Ну, самая большая? Я не знаю, какая самая большая. Ну, в Тагиле э, стоит памятник э, по улице Победы. Там По он почти 8 метров. Mm. Это гранит и сталь, то есть стальные листы там, в виде факела. Потом довольно большая работа на Шихане Петра Феврония. Mm -hmm. вот, и в Екатеринбурге есть тоже порядка 6 метров. Это жилой комплекс адмиральский. Там стоит э, адмирал. Ну, какой-то такой образ русского адмирала, Белинсгаузена или mm -hmm. Лазарева такой. Георгиевский кавалер на фоне парусника. Сколько вообще такая работа занимает времени? Ну, вот от начала работы, от эскиза до конечного уже ее выставления. Ну, в идеале, если делать хорошо, ну, около месяца. Ну, угу. это не так уж много даже. Мне это кажется. Это не так уж много, да. Но дело в том, что э, предварительно нужно сделать макет и просчитать все эти загибы, то есть надо еще и уметь кроить из металла. То есть, по сути дела, человеческую голову можно сшить, сшить, склепать, из сварить, да, частей. из нескольких лоскутков. То есть, на, надо знать. И для того, чтобы сделать это, нужно сначала это сделать в картоне, потом этот картон разрезать, потом уже перенести на металл. То mm. есть, это довольно сложный процесс. Сам процесс изготовления он не, так, не такой, да, не такой длинный. Ну, порядка месяца, ну, неделя-две. Вот. А процесс эскизирования и создания макета Гораздо дольше. В Нижнем Тагиле есть худграф в педакадемии, да? И если раньше как-то это было немножко не так, сейчас все направлено только на педагогику. То есть всех учат на учителей. И поэтому вот искусству-то некому обучать, получается. Да искусство нельзя научить, понимаете? Нельзя научиться в заведении. Надо учиться у мастера, надо учиться у педагога. Надо учиться у человека, который... Сам, Сам этим занимается. Да, который занимается, который это любит. Вот, допустим, первое время, когда я молодым ездил на фестивале, да, мне просто вот, ну скажем, люди старше, старше меня, которые, допустим, вот Павленко Владимир Ильич говорил, ты иди подсматривай, смотри, как они работают. Угу. Ты обрати внимание, как у него заточен, заточена стамеска, заточена скорпель. Понимаете? И ты подглядывая за живым уже художником, скульптором, который всю жизнь преподавал в Академии, потом занимался скульптурой. Ты потихоньку вызывая его на какую-то откровенность, начинаешь из него вытягивать эти знания. Угу. Ни один мастер тебе никогда не скажет. А, то есть так даже, они хранят да, Конечно, все. дело в том, что процесс обучения он нужен обучаемому. Мастеру-то это не надо. Ну, поиск у художника занимает всю жизнь, по сути, найти себя. Да. Разве нет? Ну, то есть ты все время пытаешься добиваться чего-то еще, нужно новые темы какие-то искать, ну, для вдохновения, для новых работ. Это Старше... вечный поиск. Никогда нельзя остепениться, что называется. Старшее поколение скульпторов, вот я все цитирую Павленко Владимира Ильича, он говорил, что скульптор рождается после 40 лет. А до этого кто? А до этого тебе сказать-то нечего людям. Ну... Дело в том, что ты должен сначала научиться резать камень, научиться резать лед, научиться загибать, ковать металл. А это же приходит со временем. Угу. То есть, когда ты обретаешь мастерство, и твои руки развязаны, и когда ты обретаешь некий жизненный опыт, тогда тебе есть о чем поговорить. Это же тоже диалог, то есть создание кота, который угу. сидит на заборе. Вопрос у меня еще по поводу кота, который завтра появится на улицах города. Как будете прикреплять? Не боитесь вандалов, вот, которые могут испортить искусство? Нет, вандалов я не боюсь. Дело в том, что вот это как раз и сделано для воспитания вандалов. То есть человек, вот чем красивее ты сделаешь работу, чем интереснее, чем духовнее, угу. Меньше у человека появится желание ее оторвать. То есть это же классный клуб. Ну куда его? Куда его? К себе в гараж, пепельницу из него сделать. Это же глупо. Ну да. Ведь он стоит, ну посмотри, улыбнись, ну брось эту свою выдерку, эту, ломик этот. Не надо его отрывать. Ну, отрывают, конечно, отрывают. То есть вот на шихане, на горе, там уже всех птичек оборвали. Там все листья оборвали уже. Но это, опять же, делают люди не от злости. А просто. Из любопытства. Да, из любопытства, из желания приобщиться, то есть оторвать эту птичку, поставить ее дома. Вот как-то так. Ну, может быть, научиться в конце концов угу. беречь. Может быть, как-то интерактивное искусство делать, чтобы человек тоже мог подключаться, у него не было желания, да, ну, как-то негативно присоединиться к нему, а наоборот, приобщиться. Какие-то интерактивные, может быть, экспонаты какие делать. Интерактивные? Ну, ну, какие? Вот, вот и вопрос к вам, как деятелю искусства. Как можно придумать? Да, да нет, я призываю, призываю тагильчан. Давайте придумаем, давайте из нашего города сделаем центр туризма. Какая проблема-то? Uh -huh. Давайте сделаем русалку металлическую. Мы давно хотели э, с Андреем Барахвостом эту вот плотину сделать. Люди бросают туда монетки. Давайте будем бросать русалку в эту. Ну, закажите, мы сделаем. Какая проблема? Это недорого стоит. Uh -huh. Ну, Какого-то труженика с тачкой давайте сделаем. То есть это же Идей много. Интересный город, да, идей много. Ну пусть граждане подумают, что они хотят видеть в городе. Как вы относитесь вот к тому, что все по-разному уже воспринимают искусство? Так же, как в литературе, у художников, у всех, у музыкантов. Каждый воспринимает его по-своему. И художник, например, заложил один смысл, а все его понимают по-другому. Вот как вы к этому относитесь? Важно ли донести именно то, что ты хочешь донести, или нет? Нужно просто получать отклик от зрителей. Ну, это вечный спор о форме и содержании. То есть, насколько важна форма, насколько емко содержание. Я же ведь прикладник. То есть, мои вещи, они доступны. То есть, я не пытаюсь нагружать излишним содержанием Угу. лаконичную форму. То есть, если я создаю работу, это она скульптура, она отбрасывает тень. Угу. Значит, она имеет право существовать. А дальше уже зритель сам говорит, нужно ему это или нет, как он воспринимает. У вас вот есть много, мне кажется, библейских мотивов таких в работах. Это наверняка связано вот с частью вашей души, так? Ну, это не столько библейские сколько это форма притчи то есть это форма раздумий угу. все равно искусство но ну это же понимаете это завалированная какая-то штука сложно ну, ее понять да ее сложно понять допустим вот я делал работу э, этот, ангел с лестницей и вот она на выставке Серафаила висела над крыльцом очень жаль что у меня ее потеряли в екатеринбурге угу. то есть, ну зачем казалось бы делать ангелу вот, ну так имеет крылья да. А зачем ему лестница? Mm -hmm. То есть я пытаюсь вот этой притчей дотянуть зрителя до собственного понимания. То есть вот тебе лестница, если у тебя нет крыльев, но ты стремись вверх. Mm -hmm. Это всегда трудно, но это интересно. Mm -hmm. Ну да, должно заставлять думать <с людей. Как получать какие-нибудь отклики от ваших зрителей, в принципе, вот как-то гельчане, что говорят приятного. Воодушевляются они, хотят тоже творить. Или да нет, наоборот, ну, вы заставляете Я подумать? читаю интернет тоже приятно. То есть, ну, спорные, какие-то вещи провокационные, то есть ну, что-то говорят, кому-то нравится. Ну, угу. ну, а как критика так, как, какая как, есть? Да, объективная критика может исходить только из человека, которого я уважаю. То есть от скульптора, который ну, сделал столько или больше, чем я. Понимаете? Я не понимаю критику от человека, ну, скажем от торговца недвижимостью, ну какая может быть критика? То есть он, наверное, что-то недопонял. Угу. То есть я постараюсь сделать работу хорошо, еще проще. Раньше, знаете, такие помпезные, монументальные работы все были, а сейчас все стремятся к минимализму. Вот как мне кажется. Ну, Во-первых, время стало суетное. Понимаете, если, допустим... Мельком только искусство. Да. Если греческие скульпторы, у них уходили годы на создание своих работ, то сейчас месяц, два, три. Дело в том, что все уже давно сделали. Ничего нового сказать невозможно. Можно сказать только свое. То есть что-то свое. Понимаете, пусть оно будет минималистическое, но оно твое. Угу. То есть, скажем, скульптора Иванова уже узнают и так. То есть понятно, что никто не спутает. Вот. Так и для любого другого художника. То есть, когда ты научился делать свое, тогда ты интересен. А ведь все хорошее уже сделали и Микеланджело и Прокситель. Угу. Лучше их я никогда не сделаю ни человека, ни лошадь. А зачем тогда вот искусство интерпретацию свою показать? Нет, дело в том, что я уже говорил, что трепетной рукой художника владеет рука Бога. Понимаете, это ведь не моя прихоть, это какая-то внутренняя чесотка. понимаете? То есть как-то. Да, 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 это вот потребность что-то сжимать, что-то ковать, что-то гнуть. Угу. И при этом это же очень интересно, то есть из какого-то праха, из металлолома ты создаешь объект, который напоминает образ кота угу. или образ цветка. Это здорово. То есть в этот момент ты, ты равен Богу. Еще такой вопрос. Что бы хотели получить вы на Новый год? Что-нибудь наверняка такое прикладное для работы или нет, наоборот, праздники, не связываете с этим, отдыхаете? Ой, на Новый год. На Новый год. Ну, он все-таки близится. Я много чего хотел получить на новый год. Ну, наверное, и получу. Просто мечта, она же не связана ни с праздниками, ни с пожеланиями. Она хорошо, больше. Хорошо, что она есть. Mm -hmm. Как только она осуществляется, она перестает быть мечтой. Mm -hmm. Хорошо. Хотелось бы хороших заказов. Есть Хотелось ч... бы в родном городе. В принципе, можно с вами связаться, да и попросить какую-нибудь скульптуру сделать вполне. Конечно. Реально. Конечно, конечно. Хорошо. Спасибо вам большое за беседу. А телезрителям нашим напомню, в нашей студии сегодня скульптор Свободный, художник Александр Иванов. Оставайтесь на тагил ТВ.